Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами Брайан, и я продолжаю бегать от мобов, злых мобов в Майнкрафте, и на этот раз я буду бежать от моба, который называется, которого все знают, и это Слендер. Да, я скачал специальную карту, специальный мод, вот такой вот лес, и еще я скачал мод на фонарик, потому что как-то с факелом ходить не очень круто, а с фонариком круче и похоже на оригинального Слендера, поэтому давайте мы начнем. Собственно, нам надо найти, конечно же, все 8 записок, и лучше, конечно же, не оглядываться, можно... Конечно же, опять же, F5 делать и вот так вот смотреть назад. Так, может мне яркость увеличить? Это как-то слишком темно, вам не кажется? Давайте хотя бы чуть-чуть увеличим яркость, чтобы вам что-то видно было. А то я знаю YouTube, он затемняет всегда. Так, как всегда, помехи нам будут показывать, рядом Слендер или нет. Так, пока что хорошо, что никого нет. Ну, собственно, да, первое время он сначала не будет появляться. Нам нужно искать локации, на которых будут записки. Ну, тут такие же локации, как и в оригинальном Слендере. Вот, кстати, одна из них. Надеюсь, тут будет записка. Никого. Так, тут какие-то у нас камни. Я помню вроде такую локацию. По-моему, была, да. А, вот, кстати, записочка. О, нет! Сейчас давайте я вам немного звуки прибавлю, потому что, наверное, вы плохо слышите. Или нет, или хорошо. Так, все, оглядываться не будем, будем идти дальше. Будем светить фонариком, чтобы искать записки, потому что... Ай! Ой, господи, я обосрался. О, нет, только не шумы, только мне нужно уходить нафиг отсюда, потому что шумы показывают то, что он где-то рядом, то, что он сейчас нас схватит нафиг быстренько. Сейчас еще и звуки прибавлю, а то они, слушайте, какие-то тихие. Сейчас. Надеюсь, вам не слишком громко. Так. Нет. Фух. Тут у нас такая стенка, я помню, кстати, такую локацию. Тут записка тоже должна быть. Наверное, на этой стороне. И на этой нет. Стоп, а где она тогда? Я ее что, пропустил каким-то образом? Стоп! Или она где-то наверху? Давайте еще раз обойдем на всякий случай. Потому что я хочу собрать все 8 записок. Ой, тут так страшно, господи. Походу, тут нет записки, я не знаю почему. Так, Слендера пока что нет. Ой, что это? Не вижу Слендера. Почему фонарик как-то... А, вот все уже. Так, за меня никого? А, вон он, видите, он за мной бежит. А, нет, не надо меня трогать, нужно быстрее бежать, прыгать, прыжку. Вон он за мной идет, о господи, нужно быстрее бежать, нужно искать локации. Почему так все долго прогружается? Да, я там видел что-то впереди. О, я помню эту трубу, тут где-то тоже должна быть записка. Где-то должна быть записка. А, значит она, вот она. О, бежим быстрее. Нам еще 6 записок осталось собрать. Это довольно-таки сложно, а как долго прогружается. Вот еще одна. Еще одна хоть. 5 записок! Ха, никого. А, черт. Ух. Полегчало. Никого нету. Блин, я обосрался. Так, у нас тут еще одна какая-то локация. Тут мы не были, поэтому тут должна быть записка. Так. Только где она? Ее фиг найдешь. Вот, наверное, этой белой штуки на этой. Железный. Вот она. Быстрее бежим и убегаем нафиг. А, он там был, ё-моё! Кстати, почему-то музыки нет. Если что, ее подставлю. Записку вижу, записку. Вот. 3 записки осталось. Я, возможно, выиграю с первого раза. Ой, о нет, мы пришли в начало. Почему так долго прогружается? А, блин, я обосрался! Я фонарик выкинул, фак! Офигеть, я фонарик выкинул, мне нужно его взять. Мне нужно как-то обойти и взять его, потому что без фонарика я не смогу. Надеюсь, я правильно иду. Блин, я неправильно иду, походу. Я без фонарика не смогу. Я без фонарика, это очень сложно. Нам нужно каким-то образом вернуться обратно, чтобы он нас не схватил. Где? Сейчас я буду искать глазами, так что... Так, где там начало у нас? Где начало? Черт, я не вижу, где начало. Я запутался. Семена пшени... О, фонарик, вот, все, вижу фонарик. Фух, нашел фонарик.
Я залезу вообще на это дерево. Сейчас я от Слендера буду там сидеть. Ага, ага. А на дерево смогу? Нет, не смогу, черт, бежим! Ой. Что за лаги? Ой, он за нами там лага находил, так бежим. О нет, я кушать хочу. Почему я не поставил писифл? Я не могу теперь быстро бегать, так нечестно. Он прям за змеей спиной. О господи, эти квадратные щупальца меня пугают. Нужно искать новые локации. Быстро бегать я уже не могу. Отдышаться надо. Да и вообще покушать. Откуда у меня семена пшеницы, блин, уже наверное, траву сломал. Где же новая локация? Там что-то мига. Ой-ой-ой-ой. Нет. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Так. Там что-то светится. Или это от фонаря такой свет? Да, это кажется от фонаря. Так, Слендер, отстань. Отвали от меня. Нам нужно еды взять. Нам нужно куда-то спрятаться и взять еды. Взять еды из креатива, потому что я забыл поставить писифул. Да, не писифул, а мирную сложность. Я всегда говорю писифул, потому что у меня так привычней, наверное. Так, тут, по-моему, тоже что-то светится. Нет, давайте выключим фонарик, чтобы помехи немного убрались. Чтобы рябь не такая сильная была, что он прям сзади нас. О нет, нам нужно срочно взять еды. Остановиться я не могу. О, нет. Кстати, кажется, мы тут не были. Нет, по-моему, мы тут не были еще. Это хорошо, если мы тут не были. А, нифига, мы тут были. Стоп, я там вижу записку, или мне показалось, надеюсь. Да, потому что если там была записка, ее я не взял. Ой, я чуть сейчас... Так. Офигеть. Так, он пока что отстает. Нам нужно куда-то залезть. Я не могу залезть. Нам нужно взять это из креатива. Это что такое? А, это не записка, блин. Показалось. О, что это такое? А, это опять та стена. Блин, да там нет записки, хоть она, по идее, должна быть. Я ее там не нашел. Это плохо. Это очень плохо. Так, еды. А, да! Нет, бежим. Нет. Ой. И где мы появились? Окей. Ладно, почти удалось собрать нам все записки, почти. Но мы собрали только 5 из 8, да? 5 же? Да, по-моему, 5. Нам еще 3 оставалось. Ну, надеюсь, вам понравилось. И мы наберем много лайков, потому что мне пришлось пойти на это, блин, тут Слендер нифига не так это. Вот все некоторые говорят, что Слендер в Майнкрафте вообще не страшно. Это зависит от мода. Это зависит от атмосферы и зависит от карты. Если вы скачаете им. Ой, Слендер! Блин, я обосрался! Теперь я буду бегать от него от бедрока. Блин, такая няша ходячая, вообще щупальца у него няшные. Когда закончится, он так быстро бегает, кстати. Так смешно выглядит, так лага находит. Тон. Выйду отсюда нафиг. Ну ладно, если вам понравилось, то подпишитесь на канал, поставьте лайк. Надеюсь, мы наберем в честь этого много лайков. Ну ладно, до скорой встречи. Пока.